Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Наша песенка спета, наша песенка спета. Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Наша песенка спета, наша песенка спета. Наша песенка спета, наша песенка спета. Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Наша песенка спета, наша песенка спета. Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Наша песенка спета, наша песенка спета. Наша песенка спета, наша песенка спета. Хей-хо, хей-хо, наша песенка спета. Наша песенка спета, наша песенка спета. Он приезжает чаще в понедельник. Ему так воспеет ровный коврик, предохраняя тело от контактов. И лишь затем он на нее не сходит. И семь лет тут долина оглашая, и далее берет себе ребенка. А вслед ему долина оглашенна, стоит и смотрит свет, как оглашенна, потоптана, презренно сопряженно, аномандарно и сопряженно. С посвящением Виталия Пухана. Первородным грешили, мама, папа там, где жили, тем, что здесь когда-то жили, перед нами грешили, тем, что нас родили здесь. Это где-то наш первородный, в каждом доме однородный. Кто вкусил добра народные, кирки крупные, пиво годно, в водянистые киселя, тот познал, чему не надо. До дружины, до детсада, до корявых лунков, до вонючих лосунков, там, в раю перинатальном, мы узрели взгляд в дальнем, мама, папа на готу, перед бабами в подхове, перед стройками на каме, перед танками на плесне, перед версами на терке. И за это навсегда нас родили вот сюда, то бежать, а то лежать. Из цикла «Недержанат». Пока мы все читаем эту сказку, вокруг все ровно так и происходит. Сначала твердый маленький грызун, почти игрушечный, лежит среди картошки. Потом зима, мы возимся с обеда, мы слышим женский крик с балкона, восьмой этаж, девятый кошки на раз. Потом чужая жучка где-то в парке, наш брат роняет и нет от горя, мы с ней росли, вот перерасли. Потом сначала папка, позже детка, потом зима, ты возишься с картошкой, чувствуешь, как привыкнут тянут. Уже только начали тянуть. В одну четверку привычнее всего. Все это день привычнее всего. Но это год, как меня всем плохо, нас много хлеб, нас болят глаза, мы еле доезжаем до работы. А там суббота, 5 часов утра. В одну нередко 5 часов утра. И к нам бабушка зябли прилетает, и легкие по зернышку бьет. Из того же цикла не нужно брать. Про то мне многие надо понимать. Ходить на бал, кричать вот этим ротом. А этим нос дышать, а так смотреть, а смерть хаос.